ты, может, гений, Саш. А по закону, а по закону Яровой, а по закону Яровой можно говорить слово? Прекрати? Ну, на видео. Я сейчас должен на тебя донести за это. Имейте тоже, потому что если ты сказал слово... Пика-пика. А мы свидетели, нас могут обвинить в недоносительстве на тебя. Скажи это на камеру, как будто ты донес. Я ничего не слышал. Просто. Ну про что сейчас? А, да, есть такая теория, действительно, она подтверждается. Мне кажется, надо какой-то ввести, например, на пакет. На пакет. На пакет Азимов. Азимов. Вот, кстати, зря мы сейчас Азимов. Долго разговаривали о том, что Москва вся свободная, все уехали, и вот мы уже видим, как они все уехали. Они уезжают. То есть, смотрите, три закона робототехники Азимова. И против них, значит, законы противотеррористические, Яровой. Мне кажется, эта вот связь еще никто так вот даже не обсуждал. Пока, мест. Но мы вот уже здесь. Думаю, что ушлые корреспонденты какого-нибудь там Коммерсанта, издательского дома Коммерсант, который любит подобного рода заголовки всякие с каламбурами, с бурыми калами. Вот они уже, наверное, на эту тему пошутили. Три закона Азимова и закона Яровой. Пакет. Пакет законов. Да, пакет. Три это закон, это пакет уже, пакетное предложение. Пакет, конечно. Пакет, это уже два закона, это пакет. Ночной режим просто сейчас получился. Мы будем теперь зелененькие такие? Мы теперь будем как будто в пижамах там все. Мы теперь зелененькие там будем? Да? Нет, мы как будто бормочем во сне все. Ну, эффект накладывает в реальном времени.